15 ноября традиционно отмечают День призывника. Фокина к этому событию приурочили визит представителя Большекаменского военкомата и специалиста по профессионально-психологическому отбору. День призывника в России отмечается 15 ноября. Он учрежден в 1992 году распоряжением президента России Бориса Ельцина и связан с осенним призывом в ряды вооруженных сил России. В этот день проводятся мероприятия, целью которых является повышение престижа воинской службы. Так, в гимназии номер 259 прибыли ответственные лица военкомата городов Большекамень, Фокино, Шкотовского района. Александр Портнов рассказал ребятам о первоначальной постановке на воинский учет, о призыве на военную службу, о прохождении медицинской комиссии. Помимо этих вопросов, я еще занимаюсь таким вопросом, как поступление детей в высшее военное учебное заведение. Военное учебное заведение. Обращаю внимание, это не пограничное училище, которое занимается органами ФСБ. Это не таможня, это не МГУ, не Вельского, морской гражданский колледж, так, училище, а именно военно-морские училища, как наше ТАМУ, либо Благовещенское училище общества имени Рокоссовского, ну и другие училища посетителей Российской Федерации. Отметим, что это уже третий визит специалистов на территорию нашего городского округа. До этого они побывали в школе номер 251 и 256, где провели с ребятами аналогичную работу. Оксана Прохорова, специалист по профессионально-педагогическому отбору, проверила возможности ребят с помощью специального теста, после анализа которого будет определен потенциал будущих призывников. Моя работа – это проведение тестирования с ребятами, чтобы их способности узнать, и оформление личных дел, которые вот непосредственно будут в работе уже далее. Служба в вооруженных силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь парни пройдут не только хорошую школу жизни, но и обретут надежных товарищей, окрепнут физически и духовно. Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы.